Три пятерки уже Субару пошел к вам. Остановите. Так точно. Руки за ногу! Нужна надежная входная дверь. Сезам слушает. Сезам выезжает. Сезам монтирует. Сезам обслуживает. Сезам. Центр профессиональной установки дверей. Труда 54. Телефон 52 89 89. Четыре жителя Северодвинска пострадали от рук интернет-мошенников. Пострадавшие с помощью сайта avito.ru пытались приобрести вещи. Мебель, медицинское оборудование, автомобиль. За все были переведены деньги на карточку мошенников. Но покупок северодвинцы не дождались. Сотрудники уголовного розыска признаются, дело расследовать сложно. Ведь мошенники орудуют не в Архангельской области. Номера телефонов зарегистрированы в Ленинградской, Новгородской области и даже в Татарстане. А северодвинцев просят быть более бдительными. Более 2000 коррупционных нарушений выявлено в Архангельской области за полгода. Из них 139 зафиксировано в Северодвинске. В этом году возбуждено 34 уголовных дела коррупционной направленности. За аналогичный период прошлого года было возбуждено всего лишь 3 дела аналогичной категории. В основном это дела, связанные с взяточничеством, дачей и получением взяток. К дисциплинарной ответственности привлекли 36 должностных лиц. Типичное коррупционное нарушение в Северодвинске – работодатели не передают сведения о трудоустройстве на работу бывших государственных и муниципальных служащих. Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Остановите. Так точно.